И еще об одном мальчике, которому пришлось 2 месяца провести в больнице по вине взрослых. В Котласе прокуратура добивается справедливости для 9-летнего ребенка. В сентябре прошлого года он гулял на недостроенном объекте, который, кстати, находится на территории отдела ГИБДД. Мальчик упал и сломал обе руки. За дело, наконец-то, взялась прокуратура. Вот то самое злополучное здание. 9-летний котлашанин в результате прогулки по этому объекту 2 месяца не посещал школу. Дома за ним ухаживала мама. Ребенок не мог даже самостоятельно есть. Сегодня, наконец-то, завершилась прокурорская проверка. На недострое выявили множественные нарушения. Объект незавершенного строительства, на котором стало возможным получение совершеннолетней травмы, и территория, прилегающая к нему, не огорожены, отсутствовали какие-либо предупреждающие и запрещающие знаки о непосредственной опасности для окружающих. С целью устранения выявленных нарушений межрайонной прокуратуры в адрес начальника отдела Министерства внутренних дел России Котласский внесено представление с требованием о консервации строящегося объекта, которое рассмотрено и удовлетворено. Помимо этого, межрайонной прокуратурой в интересах несовершеннолетнего в Котласский суд направлено исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, пока решение суда в законную силу не вступило.